Лед, не окрепший на речке Студеной. Не успела наступить зима, как ульяновцы потянулись на лед. Семьи, дети без присмотра, инстаграмщицы и доморощенные спортсмены. Зима еще не наступила, а любители зимних забав уже готовы к приключениям. Рыбаки по прогибающемуся льду уже идут на середину реки и сверлят лунки. Совсем недавно закончилась осень. Морозы всего несколько дней стоят в Ульяновске. На реке еще совсем не твердый лед, однако дети, да и взрослые уже на него вышли, пытаются кататься, ловить рыбу. В общем, никто за себя не боится. Несколько дней назад в соцсетях распространилось видео, где рыбаки ловят рыбу на Свияге. Позже и наша съемочная группа застала храбрецов. Молодежь каталась на коньках вблизи торгового центра «Аквамолл». Особенно бесстрашные уже пробуют переходить реку. Коньки сейчас являются своеобразным стеклорезом для льда. Полос конька может легко заставить треснуть молодой лед. Один из таких смельчаков, кстати, уже успел попробовать, теплая ли вода подо льдом. Буквально вчера был вызов в районе 59-го дома по улице Облукова. Вот, мужчина провалился под лед, решил покататься на коньках. Лед не выдержал, соответственно, он оказался в воде. Повезло то, что случайно житель этого дома выглянул в окно, увидел вот этот вот момент, как он стал проваливаться. Повезло горе-конькобежцу и в том, что заметивший его бедствие мужчина сам оказался спортсменом-подводником. Быстро надев снаряжение, ульяновец спас незадачливого фигуриста. Специалисты Управления гражданской защиты и Управления МЧС России по Ульяновской области предупреждают, ледостав только начался и имеет достаточную толщину далеко не на всем пространстве реки, поэтому выходить на лед пока рано. Толщина должна быть в самом тонком месте не менее 10 сантиметров. Не рискуйте своей жизнью. Павел Половов, Владимир Куликов, Новости Улправды ТВ.